пусть он случайно залил твой ноутбук, на клаву кофе пролил. Не злись, прими, как неизбежное уже, что с придурка взять, вон морда в окне. Прежде чем решать его судьбу, прошу дать ему неделю, молю. Айтишники не виноваты в том, что твой муж рукожоп во всем. Наковыряй смс-ку преисподнюю. Можно ли вернуться домой сегодня? Он пиво купит, она чулки снимет. Затем он ей закатит настоящий.